Вода точит не только камень, но и металл, так и случилось. Это флянцевое соединение, которое сейчас заваривает сварщик, и стало дневной проблемой жителей города Куровское. Сегодня на центральном водозаборном узле произошел прорыв трубы центрального водоснабжения. Была остановлена работа двух из трех котельных города. Это вынужденная мера. Специалисты сработали оперативно. В момент аварии у нас присутствует здесь 6 сотрудников ГУП МО КСМО, филиала КОС. Присутствует директор и присутствует главный инженер. В городских пабликах целый день не утихали разные версии случившегося. Даже говорили, что в Куровской нет воды из-за строительства нового парка «Меланж». Но это совсем не так. Данная аварийная ситуация, она никак не связана с работами на парке. Это просто произошло из-за усталости металла. Техника присутствует, люди присутствуют, материал также уже на месте, люди работают. Все аварийно-восстановительные работы были проведены в регламентные сроки. Вода опять течет из кранов жителей, как и должна.